Всем привет, с вами Ништярик, и сегодня выполняем такую миссию в GTA San Andreas, которая называется 469, так как она находится сейчас в этом месте, вот этот вот значок. Подняться на крышу, вот машины Цезаря. Так, вот. Эй, мэн! Да. Shit, they walk right into it. В этой миссии убьем двух таких, скажем, особых людей. Ну как сказать, особых таких. Ну, персонажей там, а. С одним из которых мы недавно выполняли миссию. И одного предателя с Грув-стрита. Так, вон Баласы и Вагасы. Блин, машина тут ездит. Не видишь, что ли, что перестрелка? Кстати, в это здание наверх можно залезть, если просто сюда зайти. Так, ну просто сверху удобнее убивать. Наверное, еще проще, я же тут прям подставился прям. А нет, это не Вагаса, по-моему. Вот это вот шляп. Кого они там еще стреляют? Так, я вижу еще одного бота. А, это Цезарь. Так, ладно, пойду-ка пока спущусь вниз. Господи, куда они стреляют? Меня что ли? Откуда? Блин. Вот эти вот чуваки на крыше вроде как на моей стороне, но по-моему они стреляют в меня. Блин, здоровья маловато. Надо было броню все-таки брать еще. Ага, вон стреляет меня. Один этот. Тибон Мендес. А я в него, интересно, попадаю? Мне интересно знать. Я его убил уже. Мендес, I see you, Reef, I'm a... Все, теперь надо завалить райдера. Он тут плывет по реке. Догнать его я не успеваю, поэтому я его убью со снайперки. Все. И вот, ниоткуда не возьмись, взялись мирные боты. Ну а я на этом заканчиваю, с вами был Ништярик, увидимся в новых видео.